Здравствуйте, друзья. У меня такой вопрос, что называется, нужна помощь клуба. Значит, вопрос вот какой. Раньше я там, вот книжку мою, да, которая вышла, я писал на форуме, писал. Это был написанный текст. Соответственно, его нужно было там отредактировать, откорректировать, там подготовить к печати. Но, в общем-то, это был написанный текст. И он писался как написанный текст. Понимаете? Сейчас получается, что я вот так, значит, на камеру разговариваю. И у нас такой жанр поменялся. Жанр разговорный, такой тоже монолог, но не громкая речь, да, как бы. В смысле, не письменная речь, а такая вот устная. И вот получается такая история, что я хотел свой плейлист, а там плейлист «Философская тетрадь», там 97 или 98 видео, я хотел его как бы вот тоже в виде книжки сделать. И вопрос стал такой, что как это сделать правильно, потому что это все уже наговоренное. Можно, конечно, сесть, составить там, знаете, как план, и начать заново все это писать. И я не знаю, что там получится, и сколько времени это займет, и насколько это будет естественно и органично, потому что, ну вот, не знаю. А с другой стороны, есть уже наговоренное, и мне тут транскрибировали это дело в текст, у меня теперь есть текст на весь плейлист. И давайте я, может быть, камеру переверну, чтобы вы видели солнышко. Эх, был один день пасмурный, понимаете, и вот, и все. А сейчас опять солнышко. Прям какой-то Узбекистан, понимаешь, получается. Значит, да. Я начал думать, значит, что, наверное, можно взять эту, я извиняюсь, транскрибацию и дальше как-то вот ее редактировать, чтобы получился связанный текст. Но когда я начал смотреть на текст транскрибированный, он по-своему тоже неплох. То есть вот усилия по переводу этого в нормальный такой письменный текст может быть очень значительным, а он и так вроде ничего. И я вспомнил, что вот, например, когда идешь на сайт «Эхо Москвы», то там вот эти все встречи, разговоры, диалоги, они в виде прямо вот так вот транскрибированы и опубликованы. Вот прямо чисто, вот один в один. То есть то же самое, что у меня уже есть на самом деле. Понятно, что надо прочистить там, все это понятно. Но, то есть нельзя вот один в один так вот как бы это все публиковать. Но, во всяком случае, после некоторой прочистки, что дело нехитрое, наверное, можно было бы и издать. Но я все-таки исхожу из того, что дело не только в том, что мне проще, а дело еще в том, что кто-то должен читать это все. Потому что если читать никто не будет, тогда это напрасная трата времени. И мне хочется, чтобы читали. Ну что же, я же хочу, чтобы читали. Больше того, это вообще такой синтетический жанр получается, потому что ты читаешь, но вот тут же у тебя ссылка есть на видео, ты можешь и посмотреть тоже, если хочешь. То есть видео-то есть, то есть можно как бы совмещать там одно с другим. Поэтому, да, кстати, и наоборот, кстати, тоже. То есть ссылку на эту вот транскрибацию можно поместить в описание к видео, то есть это как бы в обе стороны может работать. Но все-таки, у меня к вам вопрос вот какой. Вот вы как читатели, да, не, в данном случае не зрители, а как читатели. Вот вы считаете нормально вот так сделать? Там не будет, конечно, такой толстый, как вот первая, но половину от нее будет. Там авторских листов, наверное, штук 15, а может и 20. То есть там тоже довольно прилично. Так вот, вы считаете нормально это чтиво? То есть вот можно такое читать? Захочется читать? Если я буду ее издавать, а скорее всего я буду, когда пойму как, значит, я так же, как и раньше, вот я повешу ее в виде PDF, чтобы все могли там загрузить, и сделаю, может быть, там 200 тираж какой-нибудь, чтобы раздавать людям там в руки. Вот у меня примерно пол тиража уже разошлись. Вот у меня было 200 книжек, и где-то около 100 уже разошлись, а еще 100 есть. Так что они так не спеша расходятся по случаю. Вот такой вопрос. То есть насколько приемлемо вот в таком стиле
ну, назовем его условно, эхо Москвы, вот в таком стиле делать книжку. Счастливо!